Невзирающая на боль в тазобедренном суставе балерина после возвращения из отпуска на Мальдивах начала активно готовиться к новым спектаклям. Стало известно о том, что Анастасию обманули. Об этом она сообщила в своей странице в соцсетях. По словам Волочковой, одна женщина, представившись чужим именем, начала продавать билеты на ее выступление в Vegas City Hall. Такой обман очень сильно возмутил балерину, и она напомнила поклонникам, что билеты на все свои концерты она распространяет бесплатно. Позже Волочкова выяснила, что мошенница выкрала из ее гримерки два букета, подаренные приятелями. Она называла девушку наглой кошелкой и подчеркнула, что она не имеет никакого отношения к проекту. Также балерина отметила, что девушка изначально представилась сотрудницей Первого канала, что тоже было ложь.